Художественный фильм «Право выбора» представит жителям Верхневолжья Тверская епархия. Режиссер и продюсер проекта Елена Пискарева. Это первое и единственное пока в России кино, которое затрагивает проблему искусственного прерывания беременности. Сценарий раскрывает разные точки зрения на этот вопрос. Это позиция врачей, закона, мужчин и женщин. Сюжет, конечно, собирательный, но основан на реальных событиях. Герои попадают в самые разные обстоятельства, сталкиваются с разными проблемами. Съемки велись на народные пожертвования. Картина будет интересна зрителям разных возрастов. Презентация пройдет в ДК «Химволокно» 19 мая в 11:45. Режиссер фильма и представитель Русской Православной Церкви расскажут о сюжете, а также обсудят вопросы актуальности аборта в наши дни в эфире программы «Тема дня» в среду 19 мая на нашем телеканале в 13 часов. Возрастное ограничение 16+.